Ложки играют, я так крутой парень. Такая, а я? Нет, мы с тобой вместе пойдем, поэтому нужно апнуть. Не, про то, что я как бы тоже лошок, я играл один раз. Ты понимаешь? Мы же будем играть с ложками, я их там всех вынесу. Я же крутой парень, у меня 1000 часов в контре. Сколько? Это немного. Это, ну, 1000 часов там, ну, относительно. Тим Collusion is off, Friendly Fire is off, Instant Random Respawn. Ой, так, террорист, контртеррорист. Ой, так. Меня зарезали. Я пока наушники. Ты за террористов был. Open to buy menu. А, я гей здесь. Угу. О, лимит, смотри. Так, F3, пусть будет. Покупай все, что хочешь, покупай. Ай, вот, я нажал F3, и мне дали все без... Курица. Стреляй всех. А мы какая команда? Ай! Больно. Я убил. У меня какой-то дробовик. Тут чел появился. Где? Так, да, это убивай, ты. Убивай всех, тут все, что движет. Хорошо. Ну. А, вижу, да. вижу. Я убил. Красава. Еще вот так. С помощью убивай. Какого-то бота. Ты где? А я не знаю, где ты. Ой. Я пошел стрелять. А, чего? Меня убили. Это что-то типа блокада. Ну это... Ой. Это скорее тут, блокада, тут. Что-то типа этого. Питера. Так, да, я на читера. Каком-то спавне. Ай. Вот этот Осу Плеер 1. Да, он софтом. Да, он абонент. Он сам. Да, это читер. Слышишь, это читер. Мы выходим. Я его убил, кстати, смотри, видишь? Нет, я не знаю, где ты. А, вот, я вижу. Ты можешь в килл-чат смотреть. Курица да. Какая-то бегает. Ну это читер. А! А почему как бы человек мертв, но он убил меня? Так я тебе говорю, это читы. Counter-Strike и читы, они очень жесткие. Ай! И что тогда от Осу Плеер, это читер. Татьяна Багурайми нормально убила. Да вижу я. Ой, это ты. Да... Да просто еще поймаю, потом сенсор. Просто мама умерла 2 года назад. Ты это кому? Это я Осу Плеер, он видишь, он микрофон. У меня voice design будет. Я не слышу. Ты меня убивают. Только у тебя один фраг, да, всего лишь. Да. А как смотреть? Да я не да, понимаю. Нажимаешь, смотришь, убийство. Как блокать все почти. Я не понимаю, я иду куда-то, меня всегда в спину убивают. Да, да, чел, понимаешь, просто зачем? Вот, это ты. Чем? Ой. Зачем играть с читом? Ай, вот Татьяна игру. Нормально играет, типа, без читов. Бонус вепон, P90, плюс 5 поинтов. Чел, ты софтом гоняешь, понимаешь, по тебе видно. А, Татьяны нет. Да... Татьяна. Это КТшник, он, понимаешь, он просто чел. Я не тебе говорю, я говорю вот этому дауну. Помогите Воссу по кружочкам, блядь. Да, лучше так сделать, так реально будет проще. Пойди меня... на ХВК постреляй с такими же даунами, как ты. Меня в игре слышно? Пойду да, нет. Но зато я теперь их слышу, я включил. Voice чат. Главное случайно не нажать. Наговорить. Да... Я уже один из фрагов. О, смотри, я тебя вижу. Да я вижу. Да меня сейчас убьют. Я знаю, я тебя защищать буду. Да я сам хочу. Вот, смотри, а мне какое-то оружие с прицелом. Это не Татьяна. Это Татьяна, откуда не возьмешь? Я ее разменял. Мяч. Я мяч пнул.
Пик. Пик. Еще один чел. Тут еще один чел с щитами. А почему человек? Да, нет. А, нет. А, у тебя один фраг до сих пор. Да. Ты крутой. Медаль АВП. Я должен всех убивать. А! 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 Я убил! А, ты 16... Ой. Хипшот. Мне дали. Мне ачивку дали. А ты без... Ты в каком разрешении играешь? 16:9? Да, мониторном. На, понимаешь, просто чел. Остался. Ну, а что? Так мы в ОС играем, алло, вы не понимаете? Вы совсем в уши долбитесь. Что такое ОС? Мне кажется, они тупые совсем, блядь, без мозга. Я реально говорю, что, типа, мы играем в ОСу, а они еще что-то нам предъявляют. Вот именно. ОСу. Я понимаю, что я первый раз об этом слышу. А я где-то слышал, что это игра, типа, музыку в стиле аниме. Но не видел. Я вслепую. Ой, то есть не видел, короче. Со мной письки маленькие. Да, я вот не только начал играть вчера, но вот видишь, уже как-то легко. Меня сейчас убьют. О, у тебя два фрага, нифига ты крутой. Ну тогда. Мне даже ачивку. Я тоже авик беру, все, я тоже беру авик. А у меня он сам выдается, я на F3 нажал. Да. Спасибо. Только за... А тебя Рейвен убил какой-то. А что, где Татьяна? Где пушечное мясо? У меня что-то не это, не получалось, я убил. Да, я убил! Я, если что, записываю, что я типа не читер. Да, лол, почему чел не простреливается? У меня вроде все простреливаются. Или это я скорее умираю? А для чего эти курицы тут бегают? О, чел вообще с этим... гоняет. Как только мы... О, у тебя три фрага, крутой. Он сверху. Сверху кто-то убивает. Почему он надамажил меня и ушел? И сзади откуда-то вылез. Я целюсь. Целился. Я хотел. На! Можно мне одного? Я чуть не зарезал. Не получилось. Я просто не разбираюсь в карте, не знаю кто где, как, почему. Да опять кто-то снизу. Татьяна отомстила. Так, это ты. Нет, это не ты. Ой, я не попадаю. Это не ты, это рэп. О, мне опять ачивку дали. First place winner. А я? Жалко, немножко не допил. Эх, у тебя ранг на обране до сих пор. А кто побил? А мне почему пушку не дали? Пока. Завтра придешь? Завтра придешь. Так, сделаем. А что делать? Выходить? Выходи по моему приглашению. А как это выйти? Escape и низ. У меня вот сейчас я зайду, получается. На новую карту выйду. Подожди. Так, escape, game and exit to main lobby. Потом join. А, понятно, я не в том разрешении играл, как на аккаунте. А какая разница, какое разрешение? У меня 144 Гц, 16:9. У меня... У тебя, по сути, точно такой же монитор, только еще чуть-чуть... А какая герцовка? 144. Если у меня...
Играю в 4 на 3. Мы сейчас в запретную зону идем. Ой, мне ацепт нажать, да? Да. Это запретная зона. Королевская битва, короче. Меня даже прикол. Не спросили. Сироку. Сироку это карта. И раньше я даже на старом ноуте не мог даже поиграть в нее, потому что у меня карта не успевала загружаться. Я на старом компьютере вообще в CSGO не мог играть. Пайлот. А, у меня крашнуло, слышишь? Ну выходи, тогда получается. Прям вообще из игры? Да, у меня крашнуло прям вообще. Или просто в главной лобби? Да, в главной лобби выходи. Угу. Ну я... Так, инвентарь. Кстати, знаешь, что я тебе могу предложить? Что? Да ты мне дал сейчас пароль аккаунт, и я бы тебя быстро настрелял на второй уровень. Ну зашел на демо, пострелял. Так я сам хочу. Ну что, просто это, чтобы быстрее было. Ты, блядь, мало убийств делаешь, у тебя мало опыта это. Почему я? Я как много убийств делал. Просто не знаю, как это делать. Еще раз давай попробуем. Я зашел. Connecting to lobby, click to open chat. Danger zone. А на русском. У меня просто Steam на английском. У меня Steam на русском. У меня на старом ноуте баг был с тем, что... Так, accept. Я успел. А, на русском это принять. Да ладно. А еще эту кнопку можно поменять как хочешь. Там, короче, если настройки как-то зависят, там вместо того, что будет высвечиваться то, которое ты напишешь. Любое. Вот, я спускаюсь. Плюс квад Тиаматий из Гиас. Ваш напарник лимит. Смотри, тут какой-то человек приземлился. Enemy. Ой, я кого-то убил. Ой, чё это так лагает? Меня сейчас убьют. Меня подлагивает прям жестко. Нет, у меня я нет. Я ещё одного убил. Меня сейчас убьют. Enemy какой-то. Эминем. Чего? Я рэп не слушаю. У меня патроны кончились. Я тебе пытался помочь. А мне что делать? Так я вижу, ты где-то там далеко ходишь. У меня еще чел. В воде. Я в воду ушел. И меня сейчас убьют. Нужно вот этот. Меня убили. Сейчас, в котором 3 патрона. Слышишь? Да. Это ничего, ты сейчас возродишься, это еще разминка только. Да, написано вармап. Я лечу. Да, опять меня. Почему меня дамажит? Просто так. Enemy. А тут по тебе стреляют, да, вижу. Я умер. Пыч. Ну, 5 патронов кончились. Я не умею с пистолета стрелять. Это я наверху. А, понятно, в воде разброс огромный. Я вижу, да, тебя опять убили. Ой, а, это тоже вармап. Я попал по enemy. Тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых. Ой. Сейчас, смотри, я ставлю точку на карте. Ставь точку на карте. Ставим вот сюда. Вот, видишь, где я поставил? Где? Вон, видишь? Вижу. Зеленый флажок. И ставь рядом с ним. Вот сюда. А вот этот Select Deployment Perk, это что выбрать? А, выбирай скорее. Броня плюс шлем. Броня плюс шлем. Ага, выбрал. А, выберите бонус, сейчас еще будет. Вот у тебя с самого начала будет броня и шлем. Тебя так просто меньше. Ну вот, я армор плюс хелмет выбрал. То есть не тейзер, там не шилд. Бонус за выживание еще можно, бонус за разведку, но это чисто для бабок. А, у меня такого даже не спрашивают. Я, кстати, пытался глобала поднять. Я просто... к тебе еду, лечу. Да, так ты, кстати, по-моему, не можешь управлять. Да, я не могу. Так, ну я отцепился. Я бегу. О, я бабки нашел. Так, мне нужно оружие. Так. О, я нашел по 250. А где? А мне? А теперь я найду... А, вот! Деньги. Патроны. Это я ноги сломал. Firebamp.
Я же вижу то, что ты меня отмечаешься. Я тоже вижу. Флэш гэнг, деньги. Это световая игра. Я знаю. Так. Можно футбольчик поменять. Ой, глок. Да, бери, стой, иди сюда, иди ко мне еще. Иди ко мне. Бегу. Ой. На, вот, тут тоже глок, нажми поднять. Е. С него патроны сняли, с тебя патронов больше будет. Так, я вот слева нашел. Ой. Так. Можно выдвигаться так по факту. Подожди. Так. Внутрь нельзя. Так, ну пошли. Так, вижу челиков. На 120, но они далеко от нас, не стреляют. Так, 120, так. Если по тебе не стреляют, не стреляй ни в кого. Хорошо, я понял. Патроны-то на вес денег. Я понял. Ой, мне что-то епи. Press B to access to buy mini. А, это ты можешь купить сейчас что-нибудь. Ну не покупай пока что, лучше подкопи. Хорошо. Так, я иду за тобой. Тык. Можешь вот по 2000 взять можешь. Он получше вот будет, чем... Так, Е. Вертолет какой-то летает. На шифте лучше иди. Сейчас. Shift. У меня здесь 120 FPS, понимаешь, что так мало? У меня не отображается, я не знаю. Опять и информация. Как запрыгивать? Понимаешь, одновременно пробел плюс... Тут чилы. Рядом. Прям вот тут. А как ты узнал? Я услышал, там стреляют. Бочка. Не взрываю. Стой, тихо. Тут чилы вон там. Я на шифте иду. Нет, если ты прыгаешь, то тебя тоже слышно. Вон чел. Где? Вижу. Вон чела. Два эними. Одного убил. А, я думал я. У меня 2 хп. Use your health shot. Слышишь? Я убью. Я одного убил уже. Ой. Ай. Убираешь. А, ты сдох. Ты подойдешься. Как? Просто жди. Ты же сейчас на меня смотришь? Да, вот. Подбери мои вещи, там деньги. Я просто кинул вот этот флешбэнг, и в итоге сам от себя живу. Он стреляет. А как ты шприц взял? Вот кто-то бежит. Он внутрь. Упал. Он... 4 бакса. Патронов не было, мне даже оружия нормального не было. 5-е место. Тёпу дали? Да. Давай еще в запретную зону поиграем. Пригласил. Так. Карта будет. Да, дали. Только очень мало. Из-за того, что я типа очень плохо сыграл. Да не, просто это Half-Life Alyx Patch Pack. Chicken Capsule. Ну это наклейки. Угу. Здесь выхода этого Алекса. Ну, который вот этот, новый. Я понял. Ну, я знаю. О, крутить можно. Не знал. А кого с себя там? Чё? Не, если на инвентарь нажать и инспект. Сейчас бы объяснять человеку, которому играет больше меня. Как крутить. Это Blackside был до... У тебя вообще ранг, Major ранг, 31-й. Да, и у меня, видишь, звание магистр хранит. Угу. А это настоящие игроки или это боты? Да, настоящие игроки были. А. Нет ботов. Меня, блин, с МАГ-10 в спину убили. Прям в USP 12 патронов было, я 4...
Я когда решил бежать, потому что патрона было, я бы не убил того Эрика. Ну хотя, если бы я две головы под это ему дал, я бы убил. Да мне надо просто научиться играть, чтобы еще по сторонам. Нужно стрелять. Мне надо еще смотреть по сторонам. Ну как бы играть это само собой. Мне нужно научиться стрелять, главное. Вот что главное, научиться стрелять. А потом уже... Я стреляю, но почему-то все наверх поднимается. А вот потому что отдача. Нужно аимить. Так тут какой-то человек. Я его убил. А, не, я его убил. Это ты его? Да. А я хочу это подобрать. Подбирай. А оно не подбирает. А все равно это не сохранится. А зачем тогда нам вармап? Вот цветочки раздвигаются. Меня сейчас убьют. Давай, стреляй его. В итоге я его убил. Думал просто то, что он тебя убьет. У меня 4 патрона просто. Я уже 3 фрага сделал. Там еще чел, давай. Ладно, я его одной пулькой просто убил. Походу какие-то нубы вообще у тебя играют. Это ты про меня? Да. Не, не про тебя то, что тут чел играет. Может ты тоже нуб. Перезаряжайся. Я в спину. Я крыса. У тебя сзади 2 челика. Я знаю. Зачем ты бочки-то взрываешь этим? Ну, прикольно выглядит. Да, только у тебя 16 хп. Я знаю. Так меня подбил. Я ему просто в спину стрелял, он меня не видел. А почему я нуб, а ты труп? Я нуб. Да. Я... 7 человек убил, чтобы ты поднимал. Рано еще. Прыгай, смотри куда, вот сюда, видишь? Сейчас. Бридж. Я на бридге нажал. Да, только там не упади с него, ты сдохнешь. Постараюсь. Ну не обещаю. А, перк. Армор плюс хелмет. Как-то не могу людей мыть, я думаю, наш топ-1 можем взять. А можем потом в Fortnite пойти поиграть, но это говно. А у меня нет его. А, тебе скачать вообще надо. Мне надо его... Ну там немножко, там... Гигов. Да. Нет, там 90, но у меня уже скачано порядка 40. Тебе его докачать okay. надо? Да, мне его надо док... Да, докачать. Боже, ну почему такое... Стой. Е. Стой, подожди. Я там ящик с оружием видел. Я нашел какой-то. Я хочу, можно мне? Бери. Е. Так, лево. Вот, что ты еще ты нашел? Деньги. Это сумка с деньгами. Баки. Ой, я в тебе застрял. Тринк. Я нашел. А это лучше? А вот это что? Понятно, не, это парашют. Парашют, я экипировал их. Подожди, где-то здесь я ящик с оружием видел. Вот, ты вот. Нет, я сломал ноги себе. А мне прыгать? О, нет, не надо. Так у меня ж парашют. А пробел зажми только когда прыгаешь. Я вот к синенькому сундучку пришел. А, ну да, открывай его. Ну, ломай. Руками? Да. Там кого-то... Граната. Почему все МПшки... О, ящик с оружием. Опять сломал ноги. А этот парашют еще одноразовый? Юст, у меня 36 патронов на юст. Отлично. Многоразовый. Стой, иди ко мне, иди ко мне. Я иди ко тут. Мне. Бери. Что это? Возьми пистолет и Е. Это патрон. Я забрал все 4 баночки. Мне не надо. Бетто, аксесс, добавь меню. А максимальное количество. Так, можно купить себе МП9. Ух, нет. А вот смотри, красненько что-то, P200, а у меня 5-7. P200, да. P2000, если что, нет. P2000. Или там P250 был? 2000. Да, а нет, это вот, это я возьму. Это ликвидация на цель. Чел, убиваешь, тебе деньги дают? Ты можешь быть вряд ли еще кого-то? Не, ну, я... Зачем? Я так и знал, что заберешь мой молик. Деньги. Вот, бери, молик? Бери вот это и щит. А где щит? Вон, видишь, огромный вижу. Щит. А я могу тебе выкинуть этот фаербомб. Вот. Нет, ты...
Так. Как? Его только кинешь. А. Их подожди. По-моему, кто-то топает. Ты его кинешь и используешь. Сорвется. И мы подгорим. А кто-то зареспаунился. А как щитом пистолет достать? Как? Это чисто для защиты он придуман. А, то есть нельзя одно время. И да, если ты с ним ходишь, то он у тебя на спине. И если ты с ним ходишь, ты медленнее ходишь. Даже если он тебе не в руках. Хорошо. Тут лут у нас все. Это где? А, вот. Тут стулья два. Два стулья. О! Иди ко мне. А, ладно, не надо, не надо. Я бегу. Да, не подходи ко мне сейчас. А ты где? О, я МПшку нашел, МП7. Я вот. А вот тут. Так, это... Ой, это Noob Dogs Zeus X27. А, ну это значит, кто-то Зевс выкинул. У него был пистолет, он выкинул. Это тайзер, наверное. Он такой зелененький, видишь? Да, да, это ну это электрошокер. Он ваншотит в упор. А зачем ты наверх зашел? Я людей искать. А, Галил сейчас неплохо. Можно Галил заказать. Оп. Так, подожди. Вижу чело. 170, не посмотри. Вижу. 170. Вот сюда, погнали их убьем. Вот за мной иди. Если что, как пушечное мясо будешь выступать. Да. Роль. Спасибо. А, подожди, тут какой-то кейс. Убил одного. Деньги. Мне пушку какую-то выдали. Да, тут еще один был. Это не тот, еще один есть чел. Я не вижу. Ты мой мини-шприц забрал. Чего я взял? Мой мини-шприц. Я ничего не забирал. Так 9. Его случайно подобрал. Ну я его не смогу выкинуть. А я даже на Е не нажимал. Ты его можешь выкинуть. Как? Ты его можешь взять и нажать Г и выкинуть один. На. Чел. Еще одного убил, вот тут. Я тебя выкидывал, ты убиваешь всех. Да, извини. А ты его забрал? Да, вот. Так, МП7 у меня, вот, смотри, Г. Вот, тут по 90 можешь взять. МП7 возьми. Вот. Ты не взял. А мне не надо, по 90 возьми. Так, а МАК-10? МАК-10, но тебе лучше по 90 будет с него попроще тебе стрелять. А это что за летающая штучка? Это дроны. Ну, ты, получается, покупаешь оружие, и они тебе доставляют его. Ага. До службы доставки местно. А вниз? Шесть человек осталось. Неплохо. Алло. Говорит, сейчас аирдропы скинут. Это хорошо. А, понятно. Короче, нет, аирдроп далеко, и там в том районе челики есть. Ты можешь тап нажать и посмотреть. Тап. Так, вижу. Видишь, квадратики зарисованы, да. Где есть люди. Ромбики. Или даже... Есть улучшения где-нибудь. Шестиугольники. О, халява. Вообще, по факту, я могу скаут. А, у меня максимальное количество... Нет, у меня максимальное количество денег. У меня денег много. У меня 3000. Смотри, давай как делаем. Зайди в Б, ты можешь посмотреть, что ты хочешь купить. Б. Я, наверное, куплю... Кого ты купишь? Короче, закажи боеприпасы. Это что? Видишь, боеприпасы. Такой ящик с патронами. У меня его нет. А, вот аммо. 1000, да? Да. Так я нажал. Да, я дигл себе куплю. Йо, айтем, вил бы дилер. Да, тебе сейчас привезут, подбери. А, ладно, отойди. Сейчас. И тебя порезал? Да. Зачем? А тебе дамаг? А дамаг прошел? Да. У меня было 120 хп, стало 119. Сейчас, короче, привезет патроны, я их заберу. Чел. Не вижу. Без головы. Вот там. Он убежал. Тебе патроны привезли уже. Где? Вот твои патроны. Так ты их заберешь, да? Так, ой, стой, пистик отдай. На. Спасибо. Я теперь
из игла буду хотя бы стрелять. Там я одному челу очень много хп снес. Можешь забрать юсплик, вот он много дамага сносит. И в нем максимальное. Вот там чел. Аирдроп, пошли аирдроп. Вижу. Я себя слушаю. Я не успеваю. Мне тебя покрывать, защищать? Да, я заберу. М-ка выпала. Это хорошо? Да, отлично. Лучше бы калаш выпал, я бы снял. Просто выпала та М-ка, с которой я стрелять не умею. Вот в этом районе, вот видишь эти домики, тут челики были. О, патроны. Я наверх забрался. Ай, кто-то это ты стрелял? Нет, это не я. Меня убили. Лётки. А, я возражусь. Стой, не вылезай. Да, никуда. А, у тебя же еще прицел стандартный. Ты возродился? Я возрождаюсь. О, по мне стреляют уже. Почему это редеплоймент? Я могу попытаться их убить. А, возрождение станет недоступно. Я не могу. А, по тебе стреляют? Нет, я чё-то... Я не могу их убить. Я его вижу, я пострелял. Взорвали. Они к тебе идут. Я вижу. Красава, я убил. Одного. Ты же говорил второй. Второй еще. Я видел его. Где? Я не вижу. А, меня сейчас убьют. Я вижу. Прячься. Меня слышно? Да. Убили. Welcome back. Что, ты не возродишься? Только я сейчас могу играть. А чё, у меня брони еще нету. А, и зона идет. Красненько что-то. Не, ну я уже сыграл не так уж плохо. Ты хотя бы... Я кого-то убил. А, я ему минус 138 дал. Подожди. Получено урона 107, и снова урона 138 хп. 6 попаданиями. Как я его не убил? Ну, меня... Я получил 277 и... За один выстрел. О, нифига, смотри, сколько тебе опыта дали, много. А как посмотреть? Ну, тебе много опыта дали. Давай еще одну карточку, я тебя пригласил, и пойдем. Так, хорошо. Матчмейкинг. Тебе прям вообще много опыта уже дали. Угу. Прям не получилось. Я просто в крысу убили, она теперь аккуратнее будет. У челов была плетка. Это очень страшное оружие. В руках сильверов. А я кто? Привет, Глобал. Здорово. Я принял. Я сейчас приду. Я понял, почему. Я тут челика не убил. Ай. Ой. Я умер. Ну так почему? Ты этого челика стрелял? Он использовал медшприц. Потом я в него еще могу. А как медшприц использовать? Нажимаешь на X, нажимаешь на кнопку выстрела. Здесь не работает. Икс. Его нет, потому что. А. Ой, у меня боеприпасы закончились. Одного убил. А это не ты? Это не я. Я сзади вон бегу. Ай!
Ай-яй-яй. Лечу к тебе. А, тебя убили. Да и да. Меня сейчас убьют. Я все твое подобрал. Отнял, это разминка. И что? Я двоих убил. Так 9 какой-то. После ремит. А, вот сюда. Так. Оп. Рядом с нами люди. Газ стейшн, вот и тавер. Надо было вот на радио. Там никого. Армор плюс хелмет. Почему вот ты в центр никогда не идешь? Заложника и молотов. А, я не могу ж управлять. Так, сундучок. Тык-тык. Топор. Слышишь? А, да. Ага. Так, я захожу тут. О, сейф. По мне какая-то турель. Опять нее. Я не могу в этот. Она меня сейчас убьет. Дурацкая турель. Я хотел в это здание первым зайти. Вот, слышишь? Да, она по мне стреляет. Ее можно как-то выключить? Да, ее сломать надо. Я ее ломаю. Я сломал ее. Одного врага убил. Опять все без меня. Газ стейшн. Пух-пух. Там еще один будет, чел. Как дверь открыть? А Е. Е. А, все. Спасибо. Ой, я подобрал. А, нет, я глок 18 взял. Да. Так, мне надо? Е. Е. Да. Пресс Б, то бай меня. Пошли в радио. Угу. Ой. Так. Пусто. Топор. Патрон. У меня вот такой топор, кстати. Я патрон. Раз, два. Так, взял. О. А, дрон. Сундучок. И. Оп. Так, сюда нельзя. Я нашел сундук. Какой большой? Синенький. Красное это оружие, синее. Всякие. Топор. Аты. Топор. Можем в бункер деньги. Пойти, в принципе. Подожди. А, вот, медшприц я нашел. Я большой ящик вижу. Я ящик сломаю. Mm-hmm. Я за тобой бегу. Начал, походу. Нету. Я слышал топот. Это я, может быть. Топот, когда я слышал. Это я. Со мной, может, еще что-нибудь зайдем. Куда? Давай. Да. Угу. Control. Еще один ящичек. Так, может тут по 2000. Так. По 2000 взял. Так будет побольше, чем. Угу. Возьми, он там по 2000. Так это у меня уже есть. Патроны дадут. А, забыл. Так, мы на улице. Я больше никого не вижу. А, у меня парашюта нет. Глок 18.
Патрон нашел? Да, патроны. Ты их же пробежал. А мы что тут уже были? Я мы обратно вернулись. Так, вот тут везде. Можешь еще подобрать? А, у тебя, наверное, максимальное количество позов. Наверное. 13 из 40. А, ну да. 46 максимум, по-моему. Пел. Вижу. Вот тут. Вижу, вот тут, вижу, за красным. С двух сторон обходи его. Покажу. Ну все, подобрал. Убил ты, а подобрал я. Ящик какой-то свалился. Слышишь? Да. Он дрона покупал, и тут ящик свалился. А ты где? А вот. Вижу еще чулок. Бегу. Убил одного, убил одного. Еще один есть. Я бегу. Тут у меня. Бегу. Как же сложно. Так, вот один труп. И еще где-то один есть. Наверное, спрятался. Это вот тут еще один был. Вижу, не слышу, то есть. Дрон. Аирдроп, 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 аирдроп. Где? Так а вдруг тот в спину выстрелит? О, калаш, калаш, калаш. Маг 10. Я их запрыгиваю, смотри. Я высоко прыгаю. Почему? Запрыги. А, деньги. Главное не останавливаться, значит я... Как ты запрыгнул? Два человека осталось, слышишь? И мы. И они все в разных отрядах. А, нет, не двух. Четыре. Как ты так высоко ты забрался? Да, у меня их запрыги, я могу. Я два раза выше прыгаю. А, то есть я не могу сюда. Это тоже можно прыгнуть, но это нужно уметь. Это нужно стрейф сделать, ну ты не поймешь. Не. Ладно. А, все-таки я так и знал, что со скаута убьют. Это где? Я сдох. Скаут где? Ты где, нету. Так, ты возродился. Стреляю, вот как он так попадает? Я их вижу. Против нас читера, это читер. Через стенку? Понятно. Они все там же. Куда мне респавниться? Сюда, ладно. Да, это читеры, забей, забей, это читеры. На кулаках этих. Третье место. Эх, второй раунд на бранец у тебя, может. А у тебя какой? Первый. Какое место, то есть? О, у тебя второе. Так, выйти. Да. Нет, у меня рекрут ранг первый. А, ты первый ранг. Вот ласт карточку играем, а пойдем в ММ. Угу. Хотя бы кого им сейчас убить. Failed to create session. Так, join. Зашел. А есть другие карты? Пирога и Блэксайт только. А. Напиваюсь, снова говорю пока. А, меня крашнуло, слышишь? Угу. Сейчас выйду.
Или тебя вообще из игры крашнуло? Да. Ну сейчас в логе выйду. Я пригласил. Подожди, у меня еще грузится та игра. Кстати, AMD представили новые процессоры. Ryzen 5000 серии. А, у меня тоже влетело. Так, поедем. Ryzen 5000 серия, это же вообще имба. Угу. 6 ядер, 32 потока. Здесь как много. Unstable force, kill four enemies with a single round. Avenging Angel. Заходи. Это как дефолтный краш. Я перезахожу. О, вот. О, даже уже джойн не надо нажимать. Это эволюция. Эволюшн. Ацепт. Крашнуло. Крашнуло? Нет, не крашнуло. А, мне послышалось, уже крашнуло. Просто Black Sight это очень лагучая фигня. Нет, вот этот режим. А, мы на новой карте. Да, мы на ней играем. Аймбот. А вот я тебя вижу. Подсвечиваешься. Бочка. Так. Я вижу. Меня сейчас убьют. Меня убили. Меня убили. Нет, я скрылся. За тебя. Ты? Он там. Вот где ты был, там был другой чел. А снизу вообще три чувака дерутся, а я просто... Бей кого-то там, за тебя бегает чел. Где? И одного. Я... У меня... Амов. Я бусный дабл беретта. У меня патронов нет. Ноль. Ноль из ноль. Я сейчас умру. Сзади. Пух. Куда? Город. Таун. Армор. Может хилшот взять? Да не, лучше армор бери. Угу. Бо хрен найдешь, потому что. Рядом с нами человек. На буойс. Флотила. Пайплайнс. Дом. Прямо рядом с нами. Сундучок. Если найдешь оружие. Кричи, я понял. Чел прям к нам забежал. У нас чел. Где он прям в нашем городе. К нам прибежал тот чел, который рядом с нами был.
Хорошо. Так, красный сундук. Ломай его. Фраг гранат. Что-то я все нашел, кроме. Я чувака нашел, он офкашит. Я двух чуваков нашел. Я, пожалуй, уйду. Два красных ящика. Я оружие не нашел. Так, патроны ящик. ЦЗ-шка. Красненький ящичек. Так, 9. Блин, мне говнище выпало. Я выпал так 9. В вашем городе челик? Я там два челика, вон там. Где арка. Ты только понял. Что их видел. Ходячие они ходили? Да, один стоял, один ходил. Но они пустые были. Вон там. Это ты? Про взрыв? Да. Нет. Да, дойди. Там турель. Иди возьми оружие. Сейчас, это бизон. Взял. Деньги. Они там были. Куда ты сейчас идешь? Пойдем изучим. Вот смотрите, один. Это не он. А кто а, это? Тут, у них оружие есть. Ну один да. Точно их ходил. Точно оружие есть. Уж здесь ящики с патронами залутаны. Может они уже ушли? Это за мной ты ходишь. А что мне делать? Так, подожди, дрон летит. Слышу. А, он пустой. Карту идет. Он здесь все патроны золота. Вижу их, вижу. Стрелять? Меня рядом нет. Иди ко мне, они у меня. Бегу. Одного убил? Подожди. Дай мне. Обоих убил, обоих убил. Обоих. Спасибо, что оставил одного. Да, просто у меня патронов не было, и он меня убивать шел. Я вот здесь стоял, смотри. Давай искать патроны. У тебя есть? Нет. Я могу их купить. Если надо. Я тоже, лучше не покупать. У меня как бы на одно только оружие. Я на МП-7. Основное. Ладно. А, рядом с нами нет людей, кстати. А, нет, есть. Человек только что зашел в квадрат, в котором мы сейчас находимся. Как ты смотришь? По карте, ну, через таб. Вижу. Там на флотила кто-то один был. Или флотилия. О. По нам стреляли, кстати. Бери патроны. По нам стреляли откуда-то. Без головы, чел, я вот иду пушить. Вот за этим большим камнем, видишь? Вижу, я справа. Он на меня пошел, как знал. Ладно, я помог. А, опять ты убил. Алло. Откуда? Не пойму. Сверху. Убил. Это вражеский отряд был. Мне X нажимать, да, чтоб лечиться? Да, X нажмите, без спеца тут. Всё. Пошли его, золотая. 57. Я бегу. И фрага уже. А у меня сколько? У меня 0. Деньги. Ой, красненько. Тоже люди могут быть. Угу. Я еще в группу приглашу. Тут
могут быть люди. Вижу. Слышу. Дрон. Мертвый. А, смотри, здесь люди. У меня чел. Так. Убил одного, убил одного. Еще один, еще один. Понял. Еще... А, убил, его убили, его убили. Вижу. Я попал. Я без головы. Оружие с патронами. Летит какое-то наверху. Я не попадаю. Я аирдроп залутать надо. Аук, 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 аук. Оружие прицел. Ай! Я высунулся. Убил его. Еще. Еще одного. Это, а ты был вражеский отряд. Я сейчас к тебе топашкаюсь. В смысле, вражеский отряд. Мы выиграли. Первое место. Да. А за что? А, и... так это был последний человек. А, это был последний. Так я в... Не, в смысле, первое место за то, что я ничего не сделал? Ну ты получается. Ничего не сделал, я всех убивал. Ну, я про это и говорю, что, типа, первое... А, первое место это командное. Мне инвентарь новый дали. И у меня второй ранг. Вот как ты и сказал. Пошли, New пошли. Item. Какой? Чё тебе выпало? Tag 9 Groundwater. Давай, я тебя пригласил, пойдем в 2 на 2. Join. Где вот ты точно кого-нибудь убьешь? Уверен? Да, должен. Должен? Или просто большая вероятность того, что я кого-то убью? А долго ждать? 3 минуты, по-моему. Ага. Сколько? 3. Долго. Инспект. О. Какой-то некрасивый, если честно. Алло. Алло. А, это не мне. Принимай. Accept нажал. Да, это короче, это игра на звание уже, понимаешь? Угу. Сейчас будем тащить. Friendly Fire Zone, Team Collision Zone. Да. Это типа если, я если могу меня... по тебе попасть, да. И ты умрешь. Да, ты меня можешь убить. Но если ты меня будешь слишком часто убивать, тебе бан дадут. Ну, я ж не специально это делаю. И для этого, и поэтому... Поэтому, ну, там чисто можно. Да, а, понятно. Ты здесь никого не убьешь. Здесь слишком жесткие люди. Не, ну я как бы постараюсь. Я буду в соло, наверное, тащить. Нет, я тоже буду.
курица. Нет, они лохи, в принципе. Ты говоришь, еще обидные имени. Это за головы такие. Я прыгать не могу, Гуфи. А тут покупать ничего не надо. А, да, тут нужно закупать. Да. Ну я F3 нажму, да, автоматически, чтобы закупил. Зачем F3? Лучше нажимать B, и там можешь купить, что хочешь. А, ну давай. Такой не пуш никуда. Стой, вот туда, видишь, B-сайт, и тут его... Подожди, пистол, у меня ни на что не хватает. Ты закупился уже. А, да. Автоматом. Стой. Где стоять-то? Стой где-нибудь. Откуда? А, мне голову дали, прикольно. Стой, не стой у меня. Хорошо. Ай, верни пистолет. See you soon. Microphone muted. Welcome back. Microphone activated. Вот это бумага, а бумага это деньги. Это ламба. У меня просто самое смешное, что у меня Ctrl-A и Ctrl-Z это горячие клавиши TeamSpeak. Когда я их нажимаю, у меня там типа see you soon, микрофон muted. А попало в одного, у него минус 50. Где он? Я вижу. Стреляйся с ним. Стреляй, йоу. Как они побеждают-то? Тут их двое. Так она сколько? Они нормально играют. Это, если бы я был с другим челиком, который стреляет так же, как я. Надо каких-то нубиков найти, видимо. Убил одного. Глент. Второй у тебя. Я еще не дошел до точки своей. А что ты только с пистолетом ходишь? Чё ты потому не что он... А, я забыл, что надо закупаться. Ладно, закуплюсь. Тут никого. А, я нашел. Ты нашел его? Нашел. Все. Так, нажми Б. Б. Купи М4, А4. Это кто где? 4. Клавиша Рифл. 4. Да. М4, А4 купил. И потом броню купи еще. Эквипмент Клевер. Кевлар плюс Хелмет. Плюс Хелмет, да. Все. Я пошел на свою точку. М4. А, у меня второй. Эх. Я только вылез. Он там, да. Я тоже точно. Контртеррорист, хэд ты the best, что-то там. Опять, нажми то же самое. Я понял. СМГ. Там. Ой, так я забыл. Рифл, М4А4, эквипмент, хелмет. Бэк-бэк. Убил одного. Второй вроде сзади должен упасть. Там. Сзади. See you soon. Welcome back. Где сзади? Видишь дерево? Вижу! Почему? А, ты его убил все-таки? Не понимаю, а как... Посмотри на консоли, сколько ты ему... А, ты у меня ему не... еще... У меня нет еще... консоли. Ты ему дал дамаг, слышишь, ты ему... Так, да, я его не попал. Как консоль открывать? А, там его через настройки надо включить сначала. Ну, у меня нет консоли. Сзади. Сзади. С
see you soon. Его жди. Он накоцанный, можешь его убить. Ну, я в него попал несколько. See you soon. Welcome back. А, он уже в планте, если что. Это где? Сзади. Как он меня обошел? Они с КТР выпали. А, ты тоже умер. У меня 2000, у меня на М4А4. Кстати, не хватает. Что не покупай? Можешь дигл купить. Пистол. Лезер кинг. Эскейп, эскейп. See you soon. Welcome back. See you soon. Тебя, у тебя. Я знаю. Бил. Второй у меня вот здесь. На карте. Потом. Он здесь был. Микрофон. Может быть, он уже не... Бабушка, я сейчас занят. Ты не видишь? Я того оружия подобрал, извините, которого я убил? Да. Микрофон активated. Меня убили. Welcome back. Ой. А чё молчал? Чё ты молчал? Да я говорю, я случайно нажимаю Ctrl-A и Ctrl-Z. У меня включается режим отошел. Надо еще на карту смотреть, оказывается. Я и забыл. Убил? Красава, ты убил? Да. Welcome back. Да, но меня убил. Убила булочка. Да. И он просто... Я просто... О, я один килл сделал. А я 10 раз больше. Смотри, сколько у меня киллов. Ну мы победили, получается. А, репорт накинуть. У меня почему-то Савика все в голову летит. Так, я не буду покупать по 2000. У меня опять нету денег. Да, на первом раунде там всего $800. А что мы должны сделать? Поставить бомбу. Куда? Один прям каленый, один без головы. У него мало хп очень. Я вижу. А, оба без головы, оба без головы. Найс. Еще одного убей. Я не знаю. Да, второго я убил. Смотри, вот видишь, вот сюда. Ну, здесь можно бомбу ставить. Куда? Сюда? В центр? О, видишь, мне смотри, выдали. Видишь, у тебя видишь штаб? Видишь, там такой значок Б, и вот там нужно бомбу поставить. АК-47 я взял. Я забыл... Пушит, стой. Я забыл броню купить. А тебе не хватит, наверное. Мне хватит. Да, она не хватит. Подожди. Я тупак словил. Тут где-то рядом челик был еще. Я понял. See you soon. Welcome back. Е. Ставь бомбу, ставь бомбу. Ставлю. Е-е-е-е-е-е. Меня сейчас убьют. Нет, нужно удерживать. Зажать, я понял. Я поставил. О, победили. Пип-пип-пип-пип-пип-пип. Так, Б. Тебе не надо ничего покупать. Ты можешь только гранаты еще купить максимум. Это где? В гранат? Гранейтс. Я забыл. Опять я. Так, тут еще раз скидки есть, как ты знаешь. Я не знаю, что это. Вот, выходи, я флешку дам. Welcome back. Пал флешку. Можешь в спину зайти аккуратно? В спину кому? See you soon. Бил. Welcome back. Второй, походу, вон там. Угу. Понял. Вижу. Да-да-да, вон там. Где? А, не я. А, нет, я. Я с тобой. Понял, что он там, смотри. Как? Вот видишь, который вот здесь в углу сидел? Он вот туда смотрел. Понял.
Я прочитал так. Это игра еще и... Надо смотреть, думать. А ты двоих убил, нифига? Нет, я одного, плюс там было ты. Плюс ты был. А, меня... Меня съело. Там челик. Я не вижу. Убил, сзади. Вижу. Так. Это твой, убивай его. Аккуратно. Не смогу. Выходи и убей. Аккуратно. Он за камнем. Я Е нажимаю. Давай, убей его. Я Е сделал. Вон там. Красава. Только... О, меня повысили. Мне граффити дали. Дали Бигстара. А мне ничего не дали. Бигстар дали, слышь. А это хорошо? Это новое звание, которое круто. Ух ты. Меню. Я тебе знаю, что предлагаю? Пойти в матчмейкинг. Это что? Это игра плюс. На час. На час? Ай, игроки ваши... Complete skill groups, типа... Да, у меня звание слишком высокое. Ну, давай, значит, то, что по моему званию. Нет, ну, можем с тобой, в принципе, пати собрать, ну ладно. Можем еще раз сыграть, напарники. Давай. Только давай не на этой карте. Вот так вот поставлю и вот так. И сколько ждать? А, как найдется. Угу. Окей. Что мы сейчас играли? Угу. Смотри, куда помпу ставить? Это называется сайт. Угу. О, пошли за мной. Куда? Посмотри. Не... Зачем ты пшикнул? Смотри, вот это называется лонг. Вот это, где мы сейчас ходим, это лонг. Это подъем. Подъем. Логично. Вот смотри. А видишь вот ту будку, вот эту маленькую? Это будочка. Называется курятник. Ага, ну потому что там. И курить. Вот эта статуя, это сайт. Вот тут бомбу ставить. Середина. А там еще есть точка А. Точка А, она недоступна. А. Тут только на точке Б можно играть. А почему нет? Невидимые стены. А, все, понял. Ой, что? Я флешку кинул. А. Я думал, что-то мне залагало. С прикосами играем. С кем? Американцами. Только из-за ника? Нет, потому что у них пинг 5. Это значит, они рядом с серверами вообще. А где ты пинг смотришь? Я нашел их. Они очень любят прятаться, кстати. Покупать что-нибудь? Броню. Эквипмент не, почему-то не хватает. Без шлема так. Хорошо, без шлема эскейп. А, у меня это пипка. Так, длинненькая. Не вижу! А. See you soon. Welcome back. Кажется, мы тут проиграли. Так, это здесь за ту сторону. А, я забыл, что нет. Да вот эту сторону за тэшников здесь. За террористов здесь сложнее. У тебя это граната. Пачка. Я вижу, он в курятнике. В курятнике. Он меня надамажит.
Он меня надамажил. Он бегает. Welcome back. У меня бомба. Покупать что-нибудь. У него тиммейт АФК стоит. Покупать что-нибудь. АК-47. Мне идти в центр? А, понятно. Кто не АФК стоит? Отлично, дочь. Мне что-то не нравится. Б. Эквипмент. Я, кстати, хелмет не покупал в прошлый раз. Б. Рифл. Гейл. Эскейп. Ты убил. Или чё? А что? Так, откуда? Эквипмент, хелмет, рифл, ССГ. Да опять они эти кидают, вонючки. See you soon. Welcome back. Я поставил. See you soon. Welcome back. Алло. Ура, мы выиграли первый раунд. Ура. Калаш выкинул. И не подобрал. А, я так и дал. Так, АК-47, хелмет, эскейп. А, опять у меня эта бомба. Ты меня слышишь? Да, да. See you soon. Welcome back. А как? Я же не поставил. О, мне даже не покупать ничего не нужно. Блин, кстати, тиммейт. Ты куда пошел? Последний раунд в первой половине. Рифл АК. Эквипмент хелмет. Я пойду первым. Как мясо. Пушечка. Как он такую голову ставит? А есть, может, чит какой-нибудь? Аватарка это скинет. Рифл. А, точно, ничего ж нельзя. Но мы поменялись. Да.
Так, наша цель теперь их убить, так? Максимально крысятническим образом. Кроме меня. Они идут по одному маршруту. Ну, только и так мы можем выиграть, в принципе. Так. БМ. Рифл М4. Не хватит на экипировку. Бегим. Это куда? Буду там же пойдут. О, они стой, там. Аккуратно. Они вдвоем там. Я накоцал одного очень сильно. Вот этого, да. Так, мы только так сможем выиграть. Ну да, ну да. Но у них какая-то привычка идти по одному маршруту. Это правильно, кстати. Да, иди туда, смотри там. Я там убью, скажи. Они там. А, да, все, аккуратно. Встань в закрытую. И открывайся под ней. Встаю. Я вот на лесенке. У Б. See you soon. Welcome back. Пал, у меня один. Я не успел на него. А, я ему минус 80. Я ему 10 хп оставил. Мог бы ему хотя бы один раз. Я просто высунулся и не понял, где он. Лучше бы ты не высовывался. Он бы все равно меня убил. Он же обошел. Ты бы хотя бы в него попал бы. Я бы его убил. Там двое. Да нет, я знаю. See you soon. Welcome back. Один. Как так в голову стреляет? Прошла секунда. А, ну это чит. Как тут репорт кинуть? Понимаешь, на него и... На кого? Голову он. See you soon. Welcome back. See you soon. Welcome back. Я могу тебя. Меня видно? Да, с дропа. Так. От тебя, чел. Куда пойдем? Не знаю. Другая поиграем. Куда ты хочешь? А ты, какие у тебя еще игры есть? Только, ну GTA 5 еще, ну ты сам знаешь. 5. А. Можем пойти вообще на Rage MP. Ну давай. Выходить. Я вышел уже.